Идут на воды Иордана из деревень и городов. Там слышен голос Иоанна: в воде креститься кто готов? И те, кто грех свой осознали, входили в воду, он крестил. Они для плоти умирали, чтоб духом жить по мере сил. И мытари пришли креститься. Скажи, как право поступить? Чему должны мы научиться, чтоб милость Божью получить? И он сказал, чтоб меру знали, не обижали бедный люд, сверх подати себе не брали, лишь то, что кесарю дают. Креститель дал совет военным довольствоваться тем, что есть, и увещал их непременно хранить порядочность и честь. Он фарисеев, саддукеев стал смело громко обличать. Ехидны злое порождение не может кары избежать. Впредь принеси плод покаяния, чтоб символ смерти совершать, дать Богу сердце обещание, что будешь верно, свято жить. Я вас крещу в воде отныне для отпущения грехов. Я вопиющий глаз в пустыне, стезю Мессии приготовь. Идет, я вижу приближение того, кто хочет агнцем стать. Он принял для себя решение за всех виновных пострадать. Я даже обувь не достоин ни развязать, ни поднести тому, кто был с отцом на троне и станет ныне впереди. Мессия вдруг зашел креститься, креститель думал удержать, но верный агнец устремился всю Божью правду исполнять. Когда Господь в воде крестился и выходил на месте том, вдруг Божий Дух с небес спустился, как голубь, и почил на нем. И было с неба откровенье Отца: возлюбленный мой сын, в тебе мое благословенье. Аминь. Небесный вторил свод. Сегодня водное крещение. Друзья сказали слово «да». Для мира значит погребение, для Бога правдой жить всегда. Вокруг природа торжествует, поют друзья, цветы в руках. Святые ангелы ликуют в высоких славных небесах. Господь лучи любви направил, мы видим ясный правды свет. Душа, ликуя Бога, славит за вечной милости завет. Теперь не может быть возврата на прежний путь греха и зла, ведь милость Божия богата, от смерти к жизни привела. Уж места нет той тьме греховной, Христом навеки ты спасен. Не дай сразить стреле тлетворной, будь кровью агнца защищен. Слава Богу!